Продолжение эфира, немного сочных новостей. Рубрика «Extra Virgin» прямо сейчас. В ней мы отжимаем все только самое интересное. Я и мой друг велосипед. Дзинь-дзинь, в смысле. Самые популярные прогулочные маршруты у жителей Ярославля. Волжская набережная, Стрелка и тихие пешеходные улочки рядом с Советской площадью. Но что, если хочется проехать чуть больше? О нескольких вариантах как для приятной городской велопрогулки, так и для небольших велопутешествий можете узнать на страницах 27 и 28 журнала Let's Go. Оксана Акиньшина, Сергею Шнурову. Ну все, твоя. Актриса, объявившая о разводе с мужем, пишет бывшему возлюбленному в соцсетях недвусмысленные комментарии. Развод актрисы породил массу слухов и домыслов. И главный вопрос – она ушла от мужа из-за Шнурова? Я бы не ушел. Все участники треугольника хранят молчание и не комментируют ситуацию. Однако внимательные интернет-пользователи обнаружили доказательства того, что флирт Акиньшины и Шнура – не просто жонглирование словами в соцсетях, а нечто большое. Больше информации на сайте издания «Комсомольская правда» Ярославль. Скоро мама уже бабушка. Лера Кудрявцева в августе должна родить второго ребенка. А пока телеведущая, которая впервые стала мамой в неполные 19 лет, вспоминает азы ухода за новорожденным, тренируясь на внуке, которого ей подарил сын Жан. Больше информации вы можете найти на странице 3 журнала «Антенна Теле 7». Это была рубрика «Экстра Вёрджин».